Сельскохозяйственная отрасль – одна из важнейших строчек в областном бюджете. Ульяновские аграрии кормят не только наш регион, но и многие субъекты страны. На прошлом заседании комитета по бюджету депутаты ЗСО сочли, что отрасль обделяют финансовой поддержкой, а она сельскому хозяйству очень нужна. Поэтому проект не поддержали и отправили дорабатывать. После предыдущего комитета и до сегодняшнего дня Наталья Геннадьевна, Министерство финансов, Алексей Викторович, исполняющий обязанности Министерства сельскохозяйства, значит, Черкасова Татьяна Александровна, работали больше нормативных, значит, времени, день и ночь. И переработки дали свои плоды. Итоги нового заседания удовлетворили все стороны. Министерство сельского хозяйства на цифрах показывало, каким образом и как формируется потребность на следующий год. Обозначил общий объем потребности, с которым мы соглашаемся, это 1,2 млрд. Значительную часть дополнительных средств, это около 500 миллионов рублей, потратят на животноводство. Также средства направят на лизинг сельскохозяйственной техники, посевную кампанию и на поддержку садоводов и крестьян. Последнюю неделю мы работали очень напряженно, проходили согласования, спорили, доказывали и пришли к определенному консенсусу. На бюджет сельского хозяйства Ульяновской области дополнительно выделяется 1,2 млрд. Эти деньги пойдут на поддержку покупки техники, эти деньги пойдут на племенное животноводство, просто на животноводство, на семеноводство. И также мы поможем крестьянам по покупке техники по лизингу. Ранее региональное министерство финансов озвучило, что на основную государственную программу по развитию сельского хозяйства предусмотрено 4,2 миллиарда рублей, из которых 3,1 миллиард – областные средства. В ходе комитета участники отметили, что увеличение финансирования отрасли будет зависеть от увеличения доходов бюджета. Проект согласовали и отправили на рассмотрение в бюджетный комитет. Светлана Карпухина, Герман Баранов, Улправда, ТВ.